Україна на порозі історичної події. Курс на євроінтеграцію, з котрим остаточно визначилася наша держава, має вивести її на новий рівень у політичному, економічному, соціальному та культурному аспектах. Народний депутат України Сергій Кальцев прокоментував в програмі «Телекур'єр» результати парламентських дебатів та зміни у законодавчих документах, прийняті у зв'язку з намірами євроінтеграції. Пряма мова далі. На этой неделе мы приняли, как и планировали, пакет так называемых евроинтеграционных законов. Это изменение закона о выполнении судебных решений, изменения в уголовно-исполнительном кодексе в части порядка и условий отбывания наказания некоторых категорий заключенных, которые смогут пользоваться мобильными телефонами, носить гражданскую одежду, иметь при себе наличные деньги, покупать на них товары без ограничений. А также в закон о таможенном тарифе. Кроме того, проект закона о внесении изменений Конституции Украины по усилению гарантии независимости судей включен в повестку дня сессии и направлен в Конституционный суд. Отмечу, что накануне голосования прошла встреча президента Виктора Януковича с фракцией партии «Регионов». На ней депутаты, у которых были сомнения или вопросы по рассматриваемым проектам закона, получили исчерпывающие ответы. Президент четко расставил акценты. Страна придерживается выбранного курса на Европу. И уже 18.